200 тысяч рублей за смягчение наказания. Такую услугу предложили жителю Ульяновска, которого обвиняли в организации азартных игр, двое жителей Чебоксар. Молодой человек и девушка предложили обвиняемому дать судье взятку, чтобы тот сменил реальный срок условно. В конце декабря 2016 года вымогателей задержали сотрудники ФСБ с поличным при получении от подсудимого 200 тысяч рублей. При этом девушка представилась помощником судьи одного из районных судов Чебоксар. Накануне Чебоксарский районный суд Чувашской республики вынес приговор и признал их виновными в мошенничестве. Молодой человек получил 2,5 года колонии поселения, девушка 1,5 года условно. Приговор суда не вступил в законную силу.